Всем привет! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И в этом видео я расскажу вам, как можно проще всего бросить курить благодаря вейпингу. Вейпинг гораздо эффективнее жвачек, и пластыри помогают курильщикам отказаться от табака. Исследование 20 тысяч курильщиков, опубликованное в прошлом году в Калифорнийском университете, показало, что вероятность отказаться от табака у пользователей электронных сигарет на 95% выше, чем у группы, использующую силу воли. А вот группа, в которой люди боролись с вредной привычкой при помощи жвачек и пластырей, всего 34% человек смогли отказаться от аналоговых сигарет. Это исследование показало превосходство вейпинга над другими методами избавления от этой вредной привычки. Сообщество единомышленников. От диеты и физических упражнений до изучения языка при поддержке других людей улучшить и обогатить нашу жизнь гораздо легче, чем в одиночку. Существует огромное общество увлеченных и знающих вейперов, которые когда-то давным-давно были на том же самом уровне, на котором вы сейчас находитесь. Ну и конечно же, они всегда рады вам помочь на этом пути. Не путю. Не знаете ни одного вейпера? Обращайтесь в интернет, там вам и форум, и ВКонтакте, Инстаграм, Пинтерест, Твиттер и даже Одноклассники. А если вы предпочитаете личный контакт, то отправляйтесь в вейп-шопы, там вам с радостью помогут и все расскажут. Удовольствие от парения. Удовольствие от курения доставляет не только никотин и табак. Это те мелочи, которые вы практически не замечаете. К примеру, закручивание самокрутки, или же щелчок зажигалки, или у кого-то зажигание спички. В вейпинге вы не только имитируете процесс курения, вдыхая менее вредный и гораздо более приятный аромат, но и используете свои руки. Так что если вы хотите бросить курить, но скучаете по ритуалам или тому, что нужно делать руками, вейпинг может стать именно тем, что вам нужно. Для каждого пользователя найдется свое устройство. Технология вейпинга прошла долгий путь со времен непонятно чего, что многие курильщики выбрасывали после первой затяжки, яростно плюясь. Сегодня стартовые наборы стали намного доступнее, дружелюбнее и гораздо проще в использовании. Но самое главное, они есть везде. Скорее всего, в вашем местном магазине дешевые стартовые наборы будут выставлены прямо на витрине, а не спрятаны вместе с табачными изделиями за шторами. Тем не менее, я всегда советую обращаться за девайсами в вейп-шопы. Многие сотрудники этих магазинов бросили курить благодаря тем продуктам, которые они сейчас сами и продают. Вы можете взять под свой контроль путь отказа от курения. Гибкость вейпинга позволяет вам приспособить свой опыт к вашим конкретным потребностям и предпочтениям. Существует бесчисленное количество вкусов жидкостей, от каких-нибудь фруктов и пирожных до самых настоящих ароматов табака. Исследование, проведенное в 2020 году в Йельском университете, показало, что взрослые люди, которые парили ароматизированные жидкости, бросили гораздо быстрее и проще курение, чем те люди, которые парили жидкость без какого-либо вкуса. Также вы можете постепенно уменьшать количество никотина для того, чтобы сделать переход от курения к вейпингу более комфортным. Я надеюсь, данное видео было полезно для вас. С вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.